Один из пострадавших в жуткой аварии, которая произошла сегодня в столице, находится в крайне тяжелом состоянии. Ему была проведена операция. Еще четверо человек находятся в тяжелом состоянии. Всего, по данным представителей Управления общественного здравоохранения, в ДТП пострадали 34 человека, двое погибли. 26 из них с места происшествия забрала скорая помощь, остальные 8 обратились в медучреждение самостоятельно. По словам председателя правления компании «Астана ЛРТ» Бекмурзы Игенбердинова, по факту аварии с участием трех автобусов начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. По их итогам будет названа основная причина аварии. Пока же официальные представители не берут на себя ответственность говорить, что же послужило причиной ДТП. Кроме того, стало известно, что всем пострадавшим пассажирам и семьям погибших выплатят страховку. Ее размер в Астана ЛРТ озвучат позже. Должна пройти медэкспертиза, и по результатам уже будем обращаться в страховую компанию, там ущерб, все остальное, то есть это уже соответственно. Я сейчас не могу сказать, это надо со страховой компанией уже будет проговаривать, то есть размеры компенсации в целом. Со своей стороны, как от компании, от парка первого, родственникам погибшим обязательно мы поможем, вот, узнаем о том, что... Она живет в Карганинской области, ну, жила в Карганинской области. Вот, то есть вопросы транспортировки, все, что необходимо будет, это мы уже окажем.